Мы очень рады и приветствуем данный фестиваль, поскольку он помогает нам вскрыть те проблематики, которые имеются не только, может быть, в нашей области, но и в России. Конкурс на сегодняшний год, насколько я понимаю, имеет международный статус, и он развивается. Это 4-й конкурс. И мы очень рады приветствовать в Нижегородской земле профессиональное сообщество журналистов, которые представили очень широко прекрасные работы на экологическую тематику. Я могу, наверное, высказать мнение всех коллег, которые здесь собрались, что наша работа, вот как бы главная эта цель, все равно мы все мечтаем о том, чтобы наши работы имели какую-то практическую значимость. И мы очень надеемся, что все-таки мы своим трудом, своим творчеством помогаем нашей земле стать лучше, краше и чище.